В эти выходные на телеканале «Тверской проспект» выходит социально-политическая программа «Де-факто» с ее ведущим Дмитрием Нечаевым. Новый выпуск будет посвящен проблемам пьянства в России и нашем регионе. На сегодняшний день проблема пьянства в России носит общенациональный характер. С ней борются на протяжении нескольких веков. Алкоголизм наносит не только непоправимый урон здоровью, но и подрывает моральные устои общества и приносит колоссальный ущерб экономике нашей страны. Потери составляют до 5 триллионов рублей. Из-за пьянства ежегодно в России гибнет более 50 тысяч человек. Однако недавно Всемирная организация здравоохранения признала успешным процесс борьбы с алкоголизмом в России. В настоящее время в Государственной Думе активно обсуждается вопрос о введении серьезного уголовного наказания за езду в пьяном виде, так как для многих штрафы, как известно, не помеха. Как обстоят дела в нашем регионе, чем отличается пьянство и алкоголизм, о безопасной доле потребления алкоголя для человека, этими вопросами задались создатели флагманского телепроекта нашего телеканала программа «Де-факто». В чем актуальность проблемы для нашего региона, нам ответил ведущий программы Дмитрий Нечаев. Для нашего региона эта проблема, конечно, тоже очень актуальна. Мы, когда готовили эту программу, то провели консультации со специалистами, которые очень давно и глубоко изучают ее. И поверьте мне, что размах вот этого бедствия для нашего региона ничуть не менее актуален, ничуть не менее велик, чем и для всей страны в целом. Я не буду пересказывать сейчас всю программу, но те зрители, которые посмотрят ее, то, конечно, они составят себе полное впечатление. Я думаю, что даже ужаснутся той картине, которая сейчас происходит. Чему лично вас заинтересовала эта проблема? Я понимаю ваш намек, но я вам скажу так, что я как человек, многие знают, что я полный абстинент, не выпивший ни одной рюмки за всю свою жизнь. Но, тем не менее, это не мешало мне разобраться вот в глубине и нюансах этой проблемы. И, наверное, даже это еще более ценно, потому что я посмотрел на нее трезвым взглядом. Смотрите премьеру программы «Де-факто» на телеканале ТНТ «Тверь» 2 ноября в 7 часов утра, а на телеканале «Тверской проспект Регион» 3 ноября вечером в 19 часов 30 минут. Возрастная категория 16+.